Привет, друзья! Вы на канале Good Food. Сегодня для вас буду готовить картошку-гармошку. Так нам понадобится. Приступаем к приготовлению. Итак, делаем надрезы на картошках в виде гармошки. Помидор, бекон и сыр я нарезала на тонкие ломтики. Теперь формируем наши гармошки. Итак, гармошки готовы, перекладываем в противень. Поперчим, посолим, посыпем немножко орегано, поливаем оливковым маслом, туда же положим 2 зубчика чеснока и закрываем фольгой. Выпекаем гармошки в духовке. Вот, дорогие подписчики, ароматная картошка-гармошка уже готова. Подаем к столу. А список ингредиентов вы можете найти в описании под видео. До встречи. Пока.